Среди актеров сериала «Великолепный век» есть несколько холостяков, которые не торопятся создать семью, а у некоторых и вовсе это не получается. Актеру 41 год, он в разводе, был женат на актрисе Ханде Сарал. В 2012 году, после 2 лет отношений, пара рассталась. Причиной послужили постоянные съемки в проектах, и на личную жизнь у актеров не осталось времени. Детей они завести не успели. Актеру приписывали романы и с Мерьем Узерли, и с Сельмой Эргейч, но никаких подтверждений этому нет. Сейчас актер тщательно скрывает свою личную жизнь и не выносит ее на публику. О личной жизни актера известно совсем немного. Ему 32 года. В 2016 году журналисты заметили актера в компании с новой девушкой. Они совместно выходили из ресторана и садились в такси. На вопросы журналистов актер отказался отвечать, не сообщил даже имя спутницы, только подтвердил, что они встречаются. Актер предпочитает серьезные отношения, мимолетные романы его никогда не интересовали. Энгину Остюрку, 33 года, актер никогда не был женат. С 2015 года встречался с Идиль Ферат. Пара даже обручилась, но до свадьбы дело не дошло. Спустя 2 года они расстались, и актер плотно занялся кинокарьерой. Со слов актера, в будущем он мечтает завести семью и детей. Азан Гюен уже имеет за плечами один брак, который продлился 5 лет. Актер в разводе и помогает воспитывать сына. Сейчас ему 45 лет. Совсем недавно карьера актера пошатнулась из-за громкого скандала. Якобы Азан избил свою бывшую возлюбленную Денис Булуцус. Идет судебное разбирательство. Актер очень юморной человек, и все, кто его знает, не могут поверить в случившееся, как и я, так как 100% доказательств нет. Талгас Эрытаж – один из немногих актеров, который скрывает свою личную жизнь. Молодому человеку всего 29 лет, но ему уже приписывают многочисленные романы с коллегами женского пола. В 2019 году официально представил свою возлюбленную Зейнеп Майрук. А в 2020 году в турецких СМИ написали, что пара рассталась из-за постоянных ссор. Так ли это или нет, покажет время. Но жениться актер точно не торопится, зато безумно любит детей. Актер, который сыграл Лео, тоже холост, ему 39 лет. В 2016 году Сечкин обручился с актрисой Дерьей Шенцой, с которой встречался 2 года, но до брака дело так и не дошло. В данный момент актер ни с кем не встречается и обременять себя семейными узами не торопится. 30-летний Арас Булут с конца 2015 года встречается с турецкой актрисой Бигео Нау. Пара то расставалась, то снова возобновляла свои отношения. За 6 лет они так и не вышли на новый уровень. Со слов актера, пока рано для семьи, на первом месте карьера.